сегодняшнем уроке мы осваивали последний из базовых шагов, а именно кубинский шаг. Делать вот следующим образом. Первый шаг мы делаем на месте и пол стопы назад. Второй четко на месте и третий в сторону на шею плеч. Дальше представляем ногу, снова делаем шаг на месте, пол стопы назад, на месте и в сторону. И раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь, и раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь, и раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь. И раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь, и раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь. Когда мы делаем это в паре, девушки начинают с правой ноги, мужчина с левой, и шаг в сторону получается у нас одинаковый. Раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь, и раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь. И то же самое в закрытой позиции. И раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь, и раз, и два, и три, и пять, и шесть, и семь. Отсюда. Раз, два, три, пять, шесть, семь, раз, два, три, пять, шесть, семь. И секундочку вот сюда. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Выводим мы на этот шаг из шага вперед-назад боковым шагом в сторону. Для того, чтобы сделать это, мужчина, вы делаете шаг вперед-назад. Раз, два, три, делаете шаг в сторону на семь. Семь. И начинаете делать кубинский шаг. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Возврат обратно осуществляется на пять. Раз, два, три, и пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Еще раз, выход. И пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, и пять, шесть, семь. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, выходим. Пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Сейчас делаем подушку. Вышел. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, маракас. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, бонго. Ора. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Guitarra.